Ну, у меня, в принципе, нормальное рабочее настроение. То есть я знаю то, что надо работать, я вышел, пошел работать. У меня просто такое еще положение в семье, то, что работать надо мне. Вот. Поэтому я как бы долго и не лежал на диване. На работу, конечно, хочется после таких отдыхов. Поэтому нет, плавно ходишь, то, что устали отдыхать. Работать, не работать никому, думаю, неохота. Всем охота денежку получать, а сидеть дома в тепле. Не было продолжительных праздников. Первое, второе, все, дальше на работу. То есть настроение уже рабочее? Конечно, вы что? Настроение позитивное. На работе друг с другом там рассказываем, как провели праздники, все такое. Ну, в общем, нормально.